Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о декоративной капусте. Осень – это то время, когда особенно хорошо она себя может проявить. В этом году я делала фильм про нее и настолько была вдохновлена ее красотой, мне захотелось снова высадить ее в своем саду. Конечно, ее привлекательность в первую очередь в ее листьях, окрашенных в различные оттенки – зеленого, белого, розового, кремового, карминного. Ну, летом она не особо привлекает к себе внимание. Вот осенью она начинает проявлять свои краски. Чем холоднее, тем она ярче расцветает. Объяснение простое. За зеленую окраску растения отвечает хлорофилл. Под воздействием холода он разрушается. И на смену пастельным, приглушенным тонам приходят яркие, броские краски. И к своему звездному часу капуста успевает накопить такое количество сахаров и других питательных веществ, что спокойно выдерживает морозы до минус 14 градусов, можете себе представить. И к зиме остается чуть ли не единственным украшением клумб и вазонов. Первые заморозки, наши цветы погибают, мы их выкапываем, а капуста, она только расцветает, она становится только красивым. Это самые яркие краски в саду, не считая окраски наших осенних листьев и плодов деревьев и кустарников. Все известные в настоящее время формы и сорта можно условно разделить на две большие группы. К первой относятся те, которые не образуют качан. Кстати, эти растения достигают 120 сантиметров. Ну, например, это красная высокая. Листья крупные, пурпурно-красные, сильно изрезанные, гофрированные. Язык жаворонка. Сорт похож на предыдущий, только листья у растений темно-зеленые. Масбахская, высотой 45 сантиметров. Кай и герде. Гибридная смесь, в которую входят пурпурные и зелено-листные растения. Высотой она, правда, пониже 50 сантиметров. А вот у сортов второй группы красивые рыхлые кочаны, напоминающие экзотические цветы. Они не столь высокие, но, вы видите, это потрясающе. Их впервые вывели во второй половине прошлого века в Японии, и поэтому многие сорта получили японские названия. Токио F1 – это листья, округлые, образующие плотную розетку высотой 25-30 см. Край листа гладкие, внешние листья от светло-зеленого до темно-зеленого с пурпурным оттенком. Осака F1 – они очень схожи, их более гофрированные клые листья по краям. И Нагой F1. Это растение отличается листьями сильно гофрированными по краям. И вот хочу сказать про условия выращивания. Рассаду выращивают в домашних условиях в горшочках с питательной смесью, обеспечивая прохладное и освещенное местосодержание. А можно ее посеять, семена, и непосредственно в грунт. Ну, например, по 1-2 семени в лунку на глубину 0,5 сантиметра и устроить там небольшую тепличку. На постоянное место рассаду высаживают во второй половине мая, выдерживая в зависимости от сорта расстояние 25-50 сантиметров. А вот что интересно, пересадку она переносит очень хорошо и в любом возрасте. Необходимы систематические прополки и рыхления почвы, а также подкормка комплексными удобрениями или настоем кормяка. Их вносят с конца мая до конца июля, а на богатых почвах один раз в 15 дней, на бедных чуть реже. Если почва перенасыщена азотом, это очень важно, надо запомнить, она теряет свою декоративность. Как и другие виды капусты, декоративная повреждается улитками и слизняками в сырую погоду.
а гусеницы-белянки за пару недель могут лишить растений всей привлекательности. Можно обработать, конечно, эту капусту, если вы не планируете ее есть пестицидами, но я выбираю несколько другой вариант. Я беру какую-то пластмассовую такую небольшую кружечку или стаканчик, туда наливаю пиво, смешиваю его с сахаром, и вот это пиво очень привлекает сахаром этих улиток, они туда спускаются, и это получается некая такая ловушка. И вот ее я как раз очень люблю использовать в своем саду.